Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем прямую трансляцию программы «Живьем» из московского клуба «Трамплин». С вами я, ведущая программы «Карелия». Я представляю наших уникальных гостей. Это группа «Марино Плюс». А уникальность группы состоит в том, что это инструментальный ансамбль, лидирующим, ведущим инструментом которым является такой, наверное, многим неизвестный инструмент, как «Маримба». Я представляю маримбофонистов, правильно? Ансамбля «Лев Слепнет». И я там сейчас представлю своих коллег. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, «Трамплин». Сегодня будем прыгать все вместе. Итак, наши замечательные музыканты «Маримба Плюс». Илья Борецкий, флейта! Сергей Нарпи, кларнет, бассет, гор. Вокал, Сергей Нарпи! Тимур Некрасов, саксофон, тенор. Саксофон, сопрано. Наша ритм-группа. Антон Горбунов, бас-гитара. Павел Кован, барабаны, Павел Кован. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас на сайте www.tv-m работает чат, в котором вы можете заходить и задавать нам свои вопросы. А также задать вопросы коллективу могут все присутствующие в клубе «Трамплин». Для этого надо просто поднять руку, я подойду к вам с микрофоном. Ну, думаю, мы сейчас немножко говорили, часть прервем и перейдем к музыкальным. Предлагаю исполнить, думаю, у вас есть какую-либо группу, какая-то композиция, визитка. Thank you.
композиция группы «Маримба Плюс». И у меня первый вопрос, наверное, который волнует сейчас всех наших телезрителей. Что же это за инструмент такой маримба? Вы знаете, до сих пор сам удивляюсь, что же это за инструмент. Дело в том, что вообще изначально маримба – это акустический, этнический, можно сказать, если говорить о его корнях, инструмент, который имеет африканские корни. В общем, маримба – это имя, имя богини африканской, которую так и звали маримба. Отчества, естественно, у нее не было, в Африке не принято. Ну, может быть, она маримба Михайловна была, если была бы власти. Вот. И маримба, собственно говоря, чем отличилась в истории, да? Дело в том, что она врачевала, она помогала деревням, она приходила в деревню, если вдруг кто-то заболел или какие-то беды в деревне, она всегда помогала. Она была неким шаманом и исцеляла, собственно говоря, очень просто. В руке у богини была клавиша деревянная, а под клавишей пустая тыква. И вот, собственно говоря, чудеса, правда, да? Всего лишь палочка, сейчас возьму палочку. У меня нет в руке тыквы, но я думаю, что все могут оставить. Богиня била палочкой, и все, человек выздоравливал. Особенно, знаете, помогала очень роженица. Вот если никак женщина не могла разродиться, приходила богиня Мариба, и все получалось. Обычно мальчики потом получались. Вот, вот собственно говоря, наши мальчики Мариба Плюс. Итак, Мариба, как я уже сказал, акустический инструмент. Сегодня мы представили программу с инструментом маримба, можно сказать, маримба, можно сказать, вибрафон, миди, то есть электронное семейство, это то уже, что придумали чуть-чуть позже, чем технический инструмент. А вот процесс превращения акустической маримбы в электрическую, сейчас оператор снимет покрупнее то, как выглядит электрический инструмент, а как же выглядит акустический? Акустически выглядит, конечно, намного эффектнее, что там говорить. Миди-инструмент всем хорош, но вот тоненький, к сожалению, такой вот он. Невзрачный с виду, но с очень большими, колоссальными совершенно возможностями. Акустический инструмент с деревянными клавишами и внизу, у которого находятся трубы, как у органа. Такие очень красивые. Но на самом деле у нас на нашем сайте marimbaplus.ru очень много и видео, и фото, и аудио с электронным инструментом, и с акустическим. Всегда можно посмотреть marimbaplus.ru. А вот понятно, да, что клавиши, да, вот, пианино там, синтезатор, тут ведущие клавиши. Гитара извлекает звук с помощью струн. Саксофон – духовой инструмент. Барабан – ударный. А маримба? А маримба тоже, собственно говоря, является ударным инструментом. Сейчас уже современный академический ударный инструмент. То есть во всех музыкальных школах, вузах, училищах музыкальных, везде преподают маримбы и вибрафоны. То есть это абсолютно классический ударный инструмент. Но существует он не так давно, всего лишь с 1900 года. Вот только в этом году, собственно говоря, в 1900-м, я имею в виду, придумали вот, собственно, маримбу такую, как вот с таким же диапазоном и с такими же клавишами, как у фортепиано. То есть вот здесь вот у нас находятся диезы, черные клавиши, если по фортепиано. А внизу, соответственно, белый. Ну, понятно, да? Так что вот так вот обстоят дела. А до 1900 года как выглядит? Ой, давайте не будем, это так давно было просто. Хорошо, дайте тогда послушаем следующую композицию.
И давайте мы немного поговорим об истории группы, когда группа сформировалась. Опять же, было это достаточно давно, 9 лет назад. 9 лет назад мы, собственно говоря, уже учились вместе. Илья Ильич присел, сейчас немножечко устал, дело в том, что нелегкая эта работа. Музыкант, иногда ноги затекают, хочется немножко отдохнуть. Итак, мы встретились с Ильей Ильичем, я думаю, что не зря, все в жизни бывает не зря. Мы встретились и понеслась прямая творческая дорога. Знаете, как это бывает, да? Два друга. Дует Марина и Флейта. Но, естественно, таким творческим людям было не очень интересно вдвоем. И у нас получилось трио. Мы решили втроем. Мы организовали трио. И трио было действительно уникальным, потому что наш трио ходил флейта, маримба акустическая. Соответственно, тогда еще не было в помине даже и мысли об электронном инструменте. И контрабас. Вы представляете себе такой состав? Естественно, мы играли какие-то академические переложения. Что-то я уже тогда пытался писать. Итак, почему, собственно говоря, маримба плюс? Да, потому что постепенно все время инструменты прибавлялись. И, соответственно, очень просто. Сначала было трио, потом квартет. И в нашем квартете появилась замечательная виолончелистка Элина Цару. Потом у нас появился кларнетист, нас стало пятеро, был Антон Кончаков. После этого, когда уже был квинтет, но квинтет без, грубо говоря, ритм секции, да, потому что не было барабанов. И у нас стал выбор, где, собственно говоря, исполнять музыку, которую, собственно говоря, мы сами и пишем. Да? То есть вот я пишу как композитор, и мы исполняем. Уже мы не играли каких-то академических произведений. Естественно, что играть нужно везде, в том числе и в клубах. А для того, чтобы играть в клубах, конечно же, нужен драйв, нужна подача, нужны импровизации, нужно какое-то шоу, чтобы было интересно. И, собственно говоря, вот с того момента, как в нашем коллективе появились ударные, тогда с нами играл Сергей Недзельский, на тот период очень талантливый подрядчик. Вот. И вот с тех самых пор мы окунулись в импровизацию, окунулись в мир джазовой музыки, и не только этнической, джазовой, этнической, фанковой и так далее, и так далее. Потому что у нас очень много разных стилей сочетается в нашей музыке. Вот, собственно говоря, вот так. Это было 9 лет назад. В январе месяце мы ответили 9-летие нашей группы. Состав, так полагаю, менялся? Безусловно, состав менялся. Кто-то уходил, кто-то приходил. Но вот наша троица, пожалуй, самая давняя, да, мы такие деды в нашем коллективе. Сергей Накер с нами уже почти 6 лет. И вот с Ильей Ильичем, как я уже говорил, мы с самого, так сказать, трудным вместе. Пришествие Маринго Плюс. Да. Ну, тогда мы слушаем следующую композицию. Да, собственно говоря, следующая вещь как раз немножечко показывает возможности этой электронной чудо миди-маринго. И она, собственно говоря, появилась на свет благодаря звуку, который мы нашли в нашем замечательном синтезаторе. Синтезатор называется Yamaha Motif. Потому что многие спрашивают, а что у вас за синтезатор? Yamaha Motif XS6. Вот. И звуки, мы перебирали звуки и нашли очень интересный, который назывался Нибелунги. И, собственно говоря, так и называется композиция. Нибелунги. Thank you.
Аплодисменты.
дорогие гости, у вас есть вопросы к музыкантам? Ребят, ну кто вы? Как что, я один. Хорошо. У матросов нет вопросов. Ладно. А в каких музыкальных фестивалях вы принимаете участие? Ну, безусловно, принимаем во многих, но в основном, конечно, в тех фестивалях, где используется, где и звучит джазовая музыка в основном, да, или около джазовая. Также мы попадаем под форматы и этнических фестивалей, и фестивалей современной музыки, потому что, ну, у нас есть очень разные программы, есть программа филармоническая, есть клубная, есть джазовая и так далее. Поэтому мы стараемся всегда выбирать, поэтому попадаем под разные форматы еще. Давайте мы послушаем что-нибудь еще другого формата. Ну вот, давайте, сейчас как раз прозвучит композиция с вокалом. Вокал сегодня представлен нашим замечательным кларнетистом Сергеем Маркиным. И прозвучит очень известная песня, всем очень известная. When you kiss the fear, if you live and learn.
Этой школы, очень сильной академической, традиционной школы, мы стали заниматься джазом, что немаловажно, потому что очень много из наших мыслей мы черпаем из классики, да, из каких-то уже написанных произведений, из канонов, и поэтому та музыка, которая получается на выходе, она уникальная, она несет в себе и сочетает очень разные традиции. Вот. Как это все совмещается, это должен оценивать слушатель. По крайней мере, нам интересно все. Интересно и этника, и очень разная этника. Вот сейчас мы хотели бы исполнить композицию «Смайл», где вы услышите тоже этнические моменты очень разных народов, я бы так сказал. Хорошо, слушаем композицию «Смайл». Thank you.
Thank you.
браво! Но, к сожалению, наше эфирное время резиновое, наш час подходит к концу. И я благодарю группу Marimba Blues за то, что они были сегодня у нас в эфире. И последнее, наверное, я предлагаю вам рассказать о вашем ближайшем концерте. Да-да-да, вы знаете, самый большой концерт и самый важный, наверное, за это полугодие состоит 30 апреля в Центральном доме художников на Крымском валу, ЦДХ, народ его зовут. 30 апреля будет с нами очень много интересных музыкантов, вот, поэтому вся информация, еще раз повторяю, есть на нашем сайте marimbaplus, да, по-русски, .ru, marimbaplus.ru. И мы всех приглашаем, и самое главное, что, да, господа, у нас даже сейчас с собой есть билеты уже на этот концерт, поэтому, если вы нам уходите, не стесняйтесь. Спасибо вам большое. Мы благодарим группу Marimba Plus, благодарим Московский клуб «Трамплин» и прощаемся с вами ровно на одну неделю. Пока!